У нас снова перегрев двигателя. А, мне даже холодно на это смотреть. Смотрите, какая огромная сегодня луна. Вся семья в коматозе. Он его беспокоит, потому что странно себя ведет. Ладно. Всем доброе утро. Вот так мы пришвартовались вчера вечером в Белозерске. Вошли в канал. Мы с детьми спали в номере, потому что здесь причал возле гостиницы. А Витя спал в яхте. Витя! Доброе утро! Ведь ну что, мы завтракать-то пойдем? Солнце сейчас закрываю, сливаю бензин, ныряю и идем. Нет. Потому что ведет он себя не так, как вел себя. Когда мы его поставили. Витя перед отходом из Белозерска собирается нырнуть, проверить винт. Он его беспокоит, потому что странно себя ведет. На улице ветрено. Это делает беседочный. Ты не выпадешь из этой. Одевает грузы. Сколько на тебе груза? 6 килограмм. Хороший лад. Потому что все равно было. А, мне даже холодно на это смотреть. Я тут стою на две куртки, а Витя в воду погружается. Одевает наш самопальную затычку для носа, сделанную из прищепки. Здесь немножко гудит вивасто. Ну и ветер вам, наверное, слышно в полной мере. Я даже не знаю, слышно ли вам меня на фоне этого ветра. Ну а сейчас пока возможности нет. Ну чё? Все нормально. Все нормально? Да. Это хорошо. Ну все. Теперь на душе спокойнее. А тогда почему у нас тогда вот эти вот обороты то так включаются, то так? Видимо, особенно света в РШ, что нам приходится одновременно и регулировать и шаг винта, и обороты двигателя. Есть лодки, на которых два рычажка. Да. Один рычажок регулирует шаг винта, а второй рычажок обороты двигателя. Ну, она старый вариант. Совмещено. А в этой все совмещено. И поэтому у нас максимальная эффективность оборотов идет на полном шаге винта, когда мы вот гашетку в пол выпускаем.
на максимальную эффективность. И я так понимаю, что газик немножко не так реагирует на это дело. Не всегда у нас получается перенастроить, эффективные обороты сделать. Ну, короче, как-то свою жизнь всю живет. Вышло солнышко. Яхту красиво освещает. Вот такой гостевой дом. Устроился, ну, скажем так, так себе. У них ремонт идет. Ну, в общем-то, чем стоять на якоре, лучше так. Собираемся отходить. Здесь, в общем-то, недалеко до входа. Судя по звуку, на озере шторм. Пытались узнать у диспетчера, сможем ли мы пройти по каналу. Он как-то так в хамской форме ответил, что у него нету акта траления, что он может сделать. Ну, как-то не знаю, на мой взгляд, могу сказать, либо не могу сказать, либо да, нет. Ну, как-то, если ты диспетчер. Какую-то информацию о канале, на котором ты диспетчер, на мой взгляд, человек должен обладать. Ничего внятного, короче, мы от него не получили. Вчера девушка куда конкретнее выражалась, надо было вчера узнать. К сожалению, диспетчер поменялся. А вот это разводной мост. За ним выход в озеро. Вчера на подходе как раз-таки мы через него заходили. Правда, разглядеть этот мост не было возможности, было очень темно. Ориентировались только по огням, по створу, по буям, просто по фонарикам. Мы отшвартовываемся. Основной швартовый у нас здесь, но ночью сильно крутило, наваливало на берег, оттягивало, поэтому Витя завел еще один швартовый к следующему, чтобы зафиксировать. Сейчас он его снял. А здесь у нас, как мы выражаемся, по шлюзовому. Здесь с мостом надо заранее связываться или как? Вчера-то он увидел издалека нас, а здесь мы близко. Куда пойдем медленным ходом, посмотрим. Ветер, Витя, сильно медленно идти не сможем. Сейчас я развернусь и сбавлю. Да. Потому что если здесь тот же диспетчер сидит, ничего не знающий, который не в курсе, какие у него тут суда ходят. Делаю циркуляцию, чтобы дождаться на месте. Начали? Пока не видно. Начнут разводить.
там вот дальше продолжается канал. Но поскольку нам так смогли подсказать по глубине, мы идем через озеро. Блин, ну еще две палки торчат. Видите, они не светились вчера, мы могли в них врезаться. Нужные палки торчат, которые не светятся. Витя, давай к маме повернемся носом, что ли? Повернись. Она все равно туда идет. Я понимаю. Сейчас выйдет с мелководья. Но все равно теперь везде мелко.
скажи что-нибудь, подай признаки жизни. Надо все наделать, надо сдачи. Мне больше. Становится комфортно. Нашу яхту прямо притягивает. Будем Бакином. Там еще один, ты же видишь, да? Даже на автопилоте пришлось срочно брать управление в свои руки, чтобы снести. Что, дальше сам поведешь? Да. У нас снова перегрев двигателя. Идем под парусом, по стовому входу. Все матерятся на нас. Судовой здесь сход здесь узкий, а еще здесь где-то участок одностороннего движения. Короче, у меня тоже нет цензурных слов. Все это дело. Здесь еще бакины, не бакины, а знаки, которые стоят на островках, которые приходится обходить каждый раз. Ветер
разобрал пол. Пытается чинить на ходу. У него в этом уже рука набита. Парус пока не убирали, еще и пол не прикрыли. Бен, дай бутылку с водой! Ничего пока не делаем, только-только завелись. Идем дальше. Смотрите, какая огромная сегодня луна зашла. Шикарно. Такой закат у нас сегодня на Шексне. И вот такая потрясающая луна, освещаемая солнцем. Шексна в этом месте достаточно широкая, а вот фарватер очень узкий и очень извилистый. Ограничен везде вот такими знаками и буями. Сегодня необычайно холодно. Хотя небо чистое, ну, ветер есть, не такой уж сильный, но холодно, температура очень низкая. В этот день мы прошли расстояние 59 километров от Белозерска до деревни Иванов-Бор.